Добрый день, с вами Лара Шум, и сегодня у нас Пасха. А Пасха – это подарок добрых слов, дел, светлых энергий. Я хочу вам сегодня подарить небольшую медитацию и небольшую аффирмацию. Повторяем сейчас за мной. Все, чему нужно, я позволяю прийти ко мне. Все, что лишнее, я позволяю этому уйти. Я в доверии, я есть любовь к этой жизни, и жизнь живет через меня, во мне, и я в ней. Каждый мой день – это моя жизнь во мне. Каждое доброе чувство – это любовь к жизни во мне. Каждое доброе слово – это мое благо в жизни во мне. Каждый человек рядом со мной – это возможность светить по направлению. Жизнь живет во мне. Весь мир живет во мне, и я ощущаю, как раскрывается моя широта, мой вкус и желание творить. Малое или большое, короткое или долгое, не имеет значения. Я творю дела, я творю общение, я творю время. Сейчас мы с вами закроем глаза, сделаем вдох и выдох. Вдох, выдох. Отпускаем все напряжение. Расслабляем мышцы, лицо, язык, челюсть, шея, плечи, руки, живот, ноги, стопы. Внимание в область своего сердца и обратимся к интеллекту Вселенной, к разумности жизни, попросим благословения. Попросите сейчас благословения своими словами, как вы чувствуете. И вот сейчас интеллекту Вселенной и разумности жизни мы расскажем ей о своей влюбленности в жизнь. Как вы любите жизнь, как вы делаете свой каждый день более добрым, милым, творите добрые дела, восстанавливаете свое тело, ум, чему-то учитесь, или просто открываете глаза и говорите: «Доброе утро, мой день, я люблю себя сегодня». Это ваш рассказ о влюбленности в жизнь. Поэтому я вас сейчас оставляю наедине с вашей Вселенной и с вашими мыслями, мечтами и тем, чем бы вы хотели поделиться. Счастья вам и хорошего дня! С вами была Лара Шум.